КамАЗ-65-22 для Владимира из Липецка, который очень сильно захотел, чтобы бампер был именно вот такой черный. Черный. Получилась совсем нестандартная машина, так как это у нас мамонт. Мамонт. Мамонт, как правило, с такими бамперами не бывают. Но у нас бывает все. Захотел бы, лишь бы клиент захотел. Ш5-22 под заказ, под сортиментовоз с ГМУ. Цвет Сочи. Конечно же, двигатель Евро-2, 36 лошадей, коробка за 16, стоимость 2500, 11 год. Мы их уже очень много сделали, еще можем сделать. Так что, мосты Мадара. То есть, как нужно вам. Как нужно вам, так и сделаем. Запас куда воткнуть. Мосты могут быть Мадара, могут быть Мерседес у таких вездеходов. Потом скоро будет мосты КамАЗ, конечно же. Раздатка ЗФ, коробка ЗФ. Конечно же, все скоростные, всем нужны скоростные. 31 зубов никому не нужны в последнее время, даже если это лесовоз. Вот такой вот вездеход у нас будет. Бодренький, классненький вездеход. Конечно же, Европанель, по-другому нет. Крыши Макси, конечно, мы не ставили на такой лесовоз, но тут мы уж сами выпендриваемся. Необычно, как всегда. Ну, по мне так классно. По мне так вообще классно. Очень необычно. Да, снимаю. Вот так. Кому нужно, делаем еще.